Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванша калпатару ваше кипасинду бхавача патитананг павани бхавишнаве бхио намо нама мукан кароти ваача ланг пангун ланг хетгирим ят кипатам ханг банди парама ананду мадвам бриндаву тулсиде бхи пиаву кесвасача Шна бхакти паде деви сатта ваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарун чайва наруттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасане ча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруну Дхейям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Титас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Витатихам Панадхапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпада Паллаванакачандамани Чатая Биспуриджи такмапикапабадушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти Сарадхикамай кадакипам крос Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджану ломбита бхужоу канука бодату Санкиртаной капитару камала йотакшо Вишам бару дижа бару жугодхарма палоу Банде жагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Муктинча муктинча дада синитам Бхаванурупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно прияманангу мада пахарам Баранаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джушвабадане Лакшмирджасача Бхакшаши Джасьястихиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари.
Балаван Адару Ясуна Сад Гуру Падамбуджи Сутой Рупи Тасшо Сасастроир Кришне Бхакти Наджаяти. Балаван Адару Ясуна Сад Гуру Падамбуджи Сутой Рупи Тасшо Сасастроир Кришне Бхакти Наджаяти. Гаурия Гостипати Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Jagadguru told, Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что он готов отправиться в ад по указанию Гурудева, чтобы служить ему. Вот ради служения Парамахамса Гурудева он готов отправиться в ад. И он готов those who are running opposite way, their wrong conception. I like to change their conception of providing a feast of fury. Тех людей, которые идут в противоположном направлении. Однажды какие-то преданные ученики Шрилы Прабхупады. Они спросили: everybody is serving you. Все служат вам различными способами. Everybody serving you. But who is the best? Все служат вам, но кто лучше? И вот какие-то преданные вместе собрались и спросили: о, Прабхупад, все служат вам, те, кто приняли прибежище в ваших стоп. Но кто лучше? Шрила Прабхупад ответил: according to the proportionate of your attraction unto the lotus feet of Guru Padma. Со степенью любви вашей к Гуру Падме, это важно. Какое служение вы делаете, это очень важно, но все же более важное то, сколько любви вы имеете к Гуру Падме, это главное. И в соответствии с пропорцией этого, в соответствии со степенью этой любви, можно определить, кто лучше из церков. И такое, таким образом нужно считать, на основе чего можно определить, кто лучше церок. Тот, кто имеет больше любви к Гурудеву. И Шрила Прабхупад говорит, to lose patience, потерять терпение. To lose patience, when you see somebody когда вы видите, кто-то оскорбляет чисто Гуру Вайшнав, когда кто-то оскорбляет чисто Гуру Вайшнав, в этом случае, если вы теряете свое терпение, то это признак Вайшнава. Если вы не можете потерпеть этого, когда вы возмущаетесь против тех, кто критикует Гуру Вайшнав, это может доказать, что вы Вайшнав. Если вы не возмущаетесь тому, когда кто-то критикует Гуру Вайшнав, то это признак того, что Вайшнава у вас нет. Если хотя можно наблюдать, что обычные люди, которые хотят одурачить нас, они говорят, что не возмущаться ничему. Это признак смирения. И прикрываются третьей шлокой Шикшаштаки, что если кто-то критикует Гуру Вайшнава, то не нужно ничего делать. Но это как раз наоборот. Кто-то может прикрываться этой шлокой из читания Читамриты и Шикшаштаки, Тринадописанична. И некоторые люди даже ведут себя так. И еще некоторые, вот другой шлок из читания Читамриты прикрываются. Как Шанкарачарья, он хотел собрать
он собрал какие-то шлоки из Упанишат и прочих писаний. Но они имеют какой-то... какое-то значение в контексте конкретных описаний, конкретных случаев, но неприменимое ко всему остальному. Но он специально такие выбирал, чтобы утвердить свою философию. Но вот этот человек не говорил, что до этой шлоки написано не то, что после, которое несет то, что несет, и уточняет значение. Чтобы оправдать свои неправильные действия, они прикрывались этими шлоками. И также можно наблюдать, другие люди иногда, чтобы утвердить себя в чем-то, они прикрываются частями каких-то шлок, но не говорят, что перед ними было и после какие выводы, а просто берут какие-то похожие слова и пытаются оправдать себя. Но Шрила Прабхупада и Шрила Кешава Госвами Махарадж, они говорили, что даже демон может цитировать Писание. Но это не значит, что он великий преданный. Демоны, они тоже могут цитировать Писание. Хирани Кашипу, он цитировал Писание. Он спорил, утешал мать и жену брата Хираньякшу. Хираньякша уже ушел из этого материального мира, по милости Варахадева. Можно вспомнить. И вот его брат умер, погиб в бою с Господом. Хираньякшипу хотел отомстить этому Вишну. Он захотел убить Вишну. И вот с этим настроением он ждал, пока время подходящее придет, чтобы отомстить. Он хотел посмотреть, что за человек такой Вишну. Это такая концепция демонов, и с этими представлениями он ждал долго и утешал мать, утешал жену брата. И приводил аргументы из Писания. Если послушать, то можно подумать, что он великий преданный. Очень правильные вещи говорит. И в Бхагаватам говорится, что иногда можно встретиться с такими людьми, которые имеют демонический склад ума, внешне вроде преданы, но по факту демоны, и вот они. Они помогают достичь духовной смерти, но внешне очень красиво выглядят. Могут даже выглядеть как воплощение шлоки Тринада Писуничина.
но внутри ничего хорошего. И в этом как раз состояние нынешнего общества, и как спасти вас, я пытаюсь, прилагаю все свои усилия, поскольку обусловленные души, у них есть свое ложное эго, свое настроение, склонность к какой-то независимости, можно пытаться их защитить, но нет никакой гарантии. Только тогда, когда они предаются на 100%, тогда можно что-то гарантировать, иначе нет. Майя, она в любой момент может войти в нас. Если вы позволите, майя в любой промежуток времени, не занятого Харибаджаном, она может войти в наше сердце. Я всегда предостерегаю вас. Шанкарачарья, он... Даже демоны могут цитировать Писание. Но это не значит, что они преданы. Нужно изучать их характер, их действия, то, что они делают, думают. Мы должны понять, есть у него любовь к Садхгуру, или он даже не принимает Садхгуру в своей жизни, которая может спасти нас. Нужно выяснить, и потом уже будет ясно, преданный настоящий он или нет. И Шанкарачарья, он вот собрал различные шлоки и использовал их, чтобы утвердить свою майяваду. Внешне его философия очень красива. Его аргументы очень красивые, сложно их как-то оспорить. Но Шанкарачарья не говорил ничего, то, что сказано до и после, только какие-то местечковые значения. То есть он эти шлоки собирал только для того, чтобы оправдать себя. И сейчас я сказал, что обычные люди этого общества, они пытаются какие-то преимущества из своего баджана выявить. Иногда можно видеть, что люди вроде бы внешне занимаются какой-то практикой преданности, а по сути нет. И вот Махарадж вчера, после того, как закончил Харикатху, переплывал через реку. И какие-то местные люди служат какому-то обществу здесь. И говорят, очень ругали каких-то брахмачари саньяси. Я не хотел слушать, но что делать было, в одном лодке плыли. И они возмущались, почему они называют себя саньяси брахмачари. Почему им просто жить как обычные люди? Возмущались они недостойным поведением саньяси и брахмачари. With wife of other people.
Why they are great? They wanted to beat them with chappal. But anyway, they are earning some money, cannot speak. I was very wondered. Another day, То есть эти местные люди возмущались, почему брахмачари заводят романы с чужими женами, вместо того, чтобы жениться на какой-то своей жене. Is it authentic? They're speaking what it concerns to us. We need money. He's speaking in front of all people. I was so feeling so shy that I am from Gauriya Math. Раз я тоже слышал, какой-то доктор возмущался, что комнаты сдают непонятно кому в матхах, другие. Чтобы матхи ответили, что деньги нужны. И как бы все равно, кто там комнату снимает. Вот этот командир матха сказал, что все равно, кто там снимает комнату у них. Главное, что деньги нужны. Money is your God, money God. Our God is money. Don't speak lie that we need Krishna. Don't speak lie that we need Gauranga. Don't speak like that. И вот на этом примере как раз видно, что нужно, что часто нужно тем, кто внешне живет в матхе. То есть им больше деньги нужны, чем что-то иное. И даже иногда не скрывают этого. И Шанкарачарья, он основал Майавада Сиддханту, и все поверили в нее. И так или иначе, Шрила Прабхупада сказал, что мы все... Шрила Прабхупада, он однажды сказал, что мы все в той или иной степени майявади, поскольку мы не верим на 100% Гуру Вайшнавам. У нас нет веры в Дхамму, в Наму. И Шрила Прабхупада говорит, что мы все в той или иной степени осквернены майявады. И поэтому мы не можем достичь успеха. Мы говорили о нашей предыдущей Гуру-враге. Чтобы обрести силу, почему? Поскольку, вот, согласно этой шлоке, наша предыдущая Гуру-варга, она показала нам, как можно достичь успеха. И вот они говорят, о, наши дети, смотрите, следуйте за нами. Из Махабхараты Юдхиштхира Махарадж говорит, мы должны следовать пути нашей Гуру-варги, если мы хотим достичь успеха. Если мы следуем сами по себе, то мы не можем гарантированно достичь чего-то положительного. Я делаю лучшее, что могу для вас, и теперь это зависит от вас. Когда кто-то оскорбляет Гуру Вайшнава, и гневается, и вот когда-то кто-то оскорбляет Гуру Вайшнава, разгневаться на такого человека, это признак вайшнаваты. Но общество иногда возмущается этому. Вот некоторые люди говорят, что вайшнавы не должны ничего, нигде не протестовать, ничему не возмущаться, просто жить своей
уединенной жизнью, а общество пускай идет в ад, и не нужно ему мешать. Какое ваше дело? Even woman can give garland. What is the meaning of woman? What is the meaning that a woman can give garland to me? It's been marriage. But woman giving garland to Acharya. В индийской традиции женщина обычно предлагает гирлянду только тому, на ком собирается, за кого собирается выйти замуж. Но иногда можно наблюдать, что разные женщины предлагают гирлянды каким-то людям, которые занимают пост Ачарьи. Но это не то, что учил, чему учил Шрила Прабхупад. Но наш Шрила Прабхупад, он открыто провозгласил, что те, кто возмущаются, потому что кто-то оскорбляет Гуру Вайшнавов, а если мы не гневаемся, не возмущаемся этому, это признак того, что качества вайшнаваты у нас нет. И можно привести такой пример: если кто-то оскорбляет нашу мать, то что мы будем делать? Мы сразу начнем возмущаться. Become very happy. Why you are insulting mother? Because if you have your relationship with your mother. А почему начнем возмущаться? Потому что у нас есть связь, такая материальная связь с нашей матерью. Хотя эта связь материальная, но все же у нас есть какая-то связь с нашей матерью, поэтому мы возмущаемся и, естественно, гневаемся на тех, кто оскорбляет их. Если кто-то, например, мою мать будет оскорблять, то вам делать этого не будет, поскольку у вас нет с ней никакой связи, поэтому связь, она очень важна. И чтобы обнаружить вашу связь с Гуру, с Вайшнавами, с Бхагаваном, это главное. Если у вас нет никакой связи с Гауди Матхом, нет никакой связи с Шрилой Прабхупадой, или с Шрилой Бхактивинода Такуром, и то, естественно, что вы не будете гневаться и возмущаться, если их кто-то оскорбляет. И вот у глупых людей даже нет такого простого, таких простых идей о баджане. Как простые животные, ослы, козы и козы, Гуру Махарадж приводил такой пример. Как если взять... Можно видеть, как у этих, если взять стадо каких-то коз, если взять одну козу вожака, то все остальные за ней следуют. Даже если она идет не сама, а просто кто-то ее тащит, этого вожака стаи, то все стадо идет за ним. If we pull one, they all can come. This is called in Sanskrit Andha Parampara. Prabhupada used to speak. На санскрите это явление называется Andha Parampara, то есть такое слепое следование. You don't know you are going to jump into hell. You have no information. You are innocent. You have no information that you are going to jump into fire. But it is our duty as a member of Gaudiya Math to give you warning. Это наша обязанность как членов Гауди Матха, чтобы предостеречь вас от возможных опасностей. У нас нет цели критиковать кого-то, но мы должны говорить истину, чтобы спасти вас. И вот чтобы спасти вас, я должен говорить это. Если я не буду протестовать, то
то это может стать причиной нашего падения с пути Баджана, поскольку это получается Дживахимса. Вчера я уже говорил, что кто-то думает, что физическое насилие это есть Дживахимса, но это не совсем полное определение. The Siddhanta Vichara Prabhupada. Your body is jiva. Jivatma is что такое душа? Наше тело это, но наше тело это не душа. Дживатма, она внутри нашего сердца. Наше грубое тонкое тело. Нельзя сказать, что это джива, поскольку это материя, прокрити, природа. И вот внешнее это грубое материальное тело. И тонкое тело, это нельзя сказать, это не джива. Джива, душа, она пребывает внутри нашего сердца. И об этой дживатме в Гите говорится. Fire cannot burn that jivatma. Огонь не может сжечь Fire эту душу. Kill that jivatma. Огонь не может убить no эту душу. Душа, она бессмертна. Она вечна. И Шрила Прабхупад делает такой вывод, что Дживахимса — это если мы показываем душам неправильные пути, либо смотреть на то, что души идут в неправильном направлении и не пытаться им помочь, это тоже дживахимса. Либо дурачивать кого-то, либо не помогать кому-то выбраться с неправильного направления, это тоже дживахимса. И другое, если мы используем ваши чьи-то деньги, положение, статус ради своего блага, это тоже нехорошо. Или кто-то, если скрывает подлинное учение Шримана Махапрабху, это тоже оскорбление. Дживахимса — это насилие в адрес живых существ. И обманывают людей под видом проповеди. Это нельзя назвать проповедью. Это просто обычный обман. Из Шримад Бхагаватам Махапураны я могу привести пример. Не один, но что примера. Но времени мало, поэтому приведу один пример. Когда Дакша Праджапати, он хотел оскорбить Шанкар Бхагавана. И после этого ситуация стала очень опасной. И после этого Деви моя мать, моя мать, она хотела оставить это Деви, она хотела оставить свое тело. Кто-то думает, что это самоубийство, но это не так. Много некоторые спрашивают, когда на поле боя эти солдаты, бойцы умирают, плохо ли это, станут ли они привидениями? Вопрос хороший. Ну, я ответил, что зависит от их идеализма. Зависит, от чего, за что они умирают. Если они умирают ради защиты Родины, то
Это благодатно. И поэтому они обретут какую-то благо, как на Курукшетре, например. Те, кто умирали на процессе этой войны, то они достигали небес, если кто-то умирает ради высшей цели. То такие люди, как правило, не рождаются в форме привидений. Они получают шанс на какое-то более высокое рождение. Я не говорю, что они на Вайкунху попадают сразу, но так немного выше, хотя бы на небесах. Некоторые думают, что какие-то райские планеты — это великое достижение. Это далеко не так. Этот материальный мир, он называется Девидхамой. Высший Махешдам находится после этого. Как райские планеты, Бхава, Свах и прочее. Но это не решение. Мы можем скитаться по различным райским планетам. Некоторые думают, что райские планеты только там, где живет Индра, но есть еще другие. И вот так души скитаются по этим 14 мирам, иногда рождаются в одном месте, в другом. И вот эта Деви, она оставила тело, как она возмущалась действиями своего отца. Она сказала, что не хочу иметь никакой связи с Шива-оскорбителем. Даже это тело, которое родилось от тебя, я хочу оставить его. Я оскорбил Шанкара. Кто? Источник всего блага. Он Шива. Шива значит благо. Шанкар значит это же благо. Источник всего благого. Ты, он великий преданный, а ты оскорбил его. Я не хочу иметь никакой связи с тобой. Даже хочу оставить тело, которое родилось от тебя. И вот она села какую-то йогическую асану, сконцентрировалась на лотосных стопах Шанкара, и она как-то сожгла свое тело с помощью йогического огня, которое вышло из Брама, из верхней чакры. И вот Бхагаватима, она дала нам такой урок, что если вы находите, что кто-то оскорбляет Вайшнава, вы должны возмутиться, отрезать язык этому человеку. Если не можете, то уйти прочь. То есть, если у вас нет такой силы, то нужно уйти прочь или оставить свое тело, тоже можно, если вы вайшнав. Если вы не делаете этого, то это может стать признаком вашего падения. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Джагадгуру, он открыто провозгласил, могу показать письмо. Он сказал, что Бхактисаранга Госвами Махарадж, он подлинный Госвами. Сейчас каждый, кому не лень, они называют себя Госвами, берут такой титул.
Я возмущался на одном собрании, что всем подряд раздают такие титулы, хотя Госвами в нашем обществе там уже меньше, чем пальцев на одной руке. И вот тут Ачарь возмущаться начал. I openly declare, he is going to declare one bonded soul. He is allowed. И вот тут это Ачарья назвал какую-то обусловленную душу Госвами, который известен своими такими своей недостойной жизнью. И я сказал ему, что вы хотите получить титул Госвами, даете его всем подряд, и вас тоже называют Госвами. Чтобы... Everybody, all had taken birth maybe 50 years back, you know, doing all rubbish, all Goswami. And idiot people all are going to support that factor. Глупые люди, они поддерживают такое явление, что всех подряд Госвами называют. You can prove that you are Goswami. You can prove that you are Goswami. You can prove. There is a condition. But Prabhupada openly told that Bhakti Saranga Goswami Maharaj is real Goswami. Is a true Goswami. Он сказал, что Бхакти Саранга Госвами Махарадж, он подлинный Госвами. In 1926. В 1926 году, когда Шрила Прабхупад отправился в Данбад, это знаменитые угольные эти промыслы там находятся в той области. One is Banbad, one another way. There is somebody going there towards Vrindavan, Mathura, or Delhi. You have to pass through that way. Follow. Danbad, a colliery field. That time, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj was the station master. Was the big officer, station master. Начальником станции железнодорожной. Railway servant. That time, by chance, и в то время, случайно, он встретил Шрилу Прабхупаду с его спутниками. Он увидел, что великий саду появился на его станции. Он поклонился ему сразу и попытался поговорить. И после такого краткого разговора он попросил его посетить его дом. И пригласил его к себе домой, в качестве гостя. Шрила Прабхупад понял, что это его вечный спутник. Он происходил из высокой брахманской семьи. Его имя было Атул Чанда Бандопадхай. Атул значит несравненный, бесподобный. His name was Atul Chanda Bandopadhyay. Вот его звали Атул Чанда Бандопадхай. Шрила Прабхупад был очень счастлив. Он вел себя очень достойным образом. Хотя в то время он не принял еще прибежище у Шрилы Прабхупады, но Шрила Прабхупад понял, что он его вечный спутник, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Чидадева Госвами Махарадж. Как Шрила Чидадева Госвами Махарадж, Шрила Прабхупад сказал ему, что если приходит кто-то в храм, никто никому нельзя заходить в комнату Шрилы Прабхупады, нужно подождать. Кто-то скажет Шриле Прабхупаде, пригласит его, но Шридхара Махараджу было позволено в любое время
заходить в его комнату. Что это значит? Значит, что он его вечный слуга. И Госвами Махарадж, он вечный спутник Шрилы Прабхупады. Как в этом киртане Наротам такого можно найти? Такие слова. Гуру-таттва — это не какие-то шутки в тот день, когда вы осознаете Гуру-таттву. Вы сможете достичь успеха. И вот Шрила Прабхупада отправился в свой дом 3 дня. Он гостил в его доме. Госвами Махарадж служил Шрили Прабхупаде, его спутником, слушал Харикатху и решил оставить семейную жизнь и присоединиться к Гаудия Матху. У него была одна дочь. Вскоре она замуж вышла. Савам Гурве Датья, все, что у вас есть, нужно предложить Гурдеву, даже наш ум, наше тело. Часто говорится это, и Госвами Махарадж сразу же решил. Он оставил свое служение. В смысле, работу свою составил. Шрила Прабхупада был удивлен. В то время он жертвовал 50 рупий Гауди Матху. 50 рупий — это большие деньги были в то время. Больше, чем 50 тысяч сейчас. Шрила Прабхупад был очень доволен им. И после этого он решил отправиться в Йогапит. И вот он арендовал машину, погрузили туда все свои пожитки, все, что у них, мебель и прочие вещи, которые у них были вместе с женой. Они поехали в Йогапит и сказали: «О, Шрила Прабхупад, мы предаемся вам, все, что у нас есть, мы привезли с собой. Даже жену я привел с собой, чтобы использовать ее в служении Кришне». Шрила Прабхупад был удивлен. Он получил Харинам Дикшу от Шрилы Прабхупады. Его имя стало Бхакти Саранга Прабху. Каково значение его имени? Бхакти Саранга значит пчела, которая собирает мед. Как пчелы собирают мед с различных цветов. Я могу вернуться к Бхагаватам, там тоже есть свидетельство того, что, как говорится, о Парикшит Махарадже. Если мы следуем Брамачари, то Брамачари даст нам силу и прекрасную память. И вот Шримад Бхагаватам Махапурани говорится о Парикшит Махарадже. И вот Сутадев Госвами. Смотри, сначала первый раз Бхагаватам Шукадев рассказал Парикшиту, второй раз
Сукталкшетре. Это происходило в Наймишаране. Третий раз Бхагаватам произнес Гокарна. И вот когда я говорю, что Шукадев Госвами говорит Харикатху, и все Шанакади Риши, они задают вопросы. Махарадж, какова причина? Шанакади Риши задают такой вопрос. Сутадева Госвами, который говорит, говорил Бхагавату в Намишаране, он говорит, Гурудев, какова причина, по которой Парикхит Махарадж не убил Кали? Он мог убить его сразу. Зачем он его оставил жить? Хотя мог запросто убить. Parikshit Maharaj could easily kill Kali to protect us. Now we are in danger. Kali is there. Сейчас из-за этого Кали мы в опасности. Все одурачены этим Кали. Некоторые идут неправильным путем, но Шукадев Госвами сказал. Парикшит Махарадж, он подобен пчеле. Parikshit Maharaj is like a bee. We know. Parikshit Maharaj is like a bee. Parikshit Maharaj is like a bee. He's going to collect honey. Он собирает мед из цветов. Если я попрошу вас собрать мед из цветов, можете ли вы сделать? Почему? Если у вас есть деньги, разум, образование, то собрать мед цветов невозможно все равно. Это возможно только для пчел. Пчелы могут собирать мед и также. Если у вас есть множество книг, прочитайте их, не факт, что вы что-то узнаете полезное и также. Как Шат Госвами или чистый Вайшнава, они спортали океан Шастра и извлекли суть из него. У нас нет способности изучить весь этот океан Шастра, чтобы выяснить суть всего. Это возможно только для Рупы Санатана Дживы Госвами. И также, хотя мы очень продвинуты, может быть, в каких-то технических науках, но из цветов мед получить невозможно. Все же, как Сутадев Госвами говорит о Парикшит Махарадже, он говорит такие слова. Парикшит Махарадж, он подобен пчеле, которая извлекает суть из всего, так и в случае с Кали. Подобно тому, как цвета из цветов пчелы извлекают мед, но в цветах яд тоже есть. Но яд они не извлекают, а только мед. И вот в цветах есть также яд, и другие насекомые, лотокит называются, они собирают этот яд. И также в Кали есть также йод, в Кали яд,
Нужно наблюдать везде, все борются друг с другом, политикой грязно занимаются и прочим. И в то же самое время есть хорошее качество в Кали. Каково оно? То, что в Кали-йогу что в Кали-йогу можно воспевать святые имена и достичь высшей цели, не совершая яги и прочих сложных вещей. Харидас Такура, например, не организовал никакие пиры, праздники, яги и прочее. Он только воспевал святые имена, но с помощью этого смог спасти даже совсем недостойных людей и сам при этом не пал. И вот в Шримад Бхагаватам говорится, то, что в Кали-йогу можно обрести преимущество. И что же это за преимущество в Кали-калу с помощью воспевания святых имен? Можно достичь успеха. Вот в этой шлоке говорится, что Кали, она полна проблем, полна недостатков. Кали, она полна плохих качеств все время. Но есть одно достоинство. Кали is full of problem in Kali Ka. But one quality is there. What is that? И что это за достоинство? Воспевая Харинам, можно достичь успеха. И поэтому Паричит Махарадж, он не убил Кали. Это единственная причина. Потому что у Кали есть такое прекрасное качество. И также Парикшит Махарадж, он не убил Кали, потому что, видя это качество, он оставил это Кали жить. Искренние люди, которые хотят совершать баджан, воспевать Харинам, они обретут благо, а другие неискренние, так или иначе, они обречены на смерть, а от Кали или еще от чего-то, это не столь важно. И вот Бхакти Саранга Госвами Махарадж ему дали титул Бхакти Саранга. Он был главным редактором Гауди Патрики. Он был очень ученый. Он был великий пандит. Великий узнал санскрит, английский, хинди, бенгали, много языков. Шрила Прабхупад в итоге. И также он был главным сборщиком пожертвований для Гауди Матха. Да, обширная тема. И вот Шрила Госвами Махарадж, Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, они были главными сборщиками пожертвований для Гауди Матха. И удивительно, если Госвами Махарадж получал пожертвование от кого-то, он еще выглядел так, что ему никто не мог отказать. Он был полон Гуру Бхакти, он служил Гауди Матху различными способами. Он помогал в организации Гуру Мандал Парикрама, в Раджа Мандал Парикрама, Кшетра Мандал Парикрама. Тысячи рупий собирал с различных мест однажды.
был недостаток денег в Чайтанья Мадхи. Про строительство Чайтанья Мадхи происходило так же. Это я говорю еще о тех временах, когда он еще был домохозяином. И вот нужно было уголь для того, чтобы сделать кирпича, для обжига кирпичей. Уголь нужен был. И вот Госвами Махарадж, он поехал по различным угольным шахтам, говорил с их управляющими, чтобы они дали угля, и вот ему отгрузили несколько машин угля, и хватило на все, еще осталось. Если буду говорить о нем, то времени не хватит. Это очень обширная тема. Он великий преданный. Несколько случаев я расскажу еще о нем. Он был главный проповедник. Шрила Прабхупада дал ему саньясу, имя Бхактисаранга Госвами Махарадж. Шрила Прабхупада однажды взял Госвами Махараджа, чтобы проповедовать в Канпуре. Когда вы едете во Вриндаван, проезжаете большую станцию, Канпур называется. И вот там они сняли какое-то помещение. Тем временем новость о том, что Шрила Прабхупада приехал, распространилась. И вот местные, и вот тем временем это губернатор Канпура. Он тоже услышал, что великий преданный приезжает, он тоже приехал навстречу. Они сказали намаскар на хинди. Дандава там или пранам не говорят, говорят намаскар на хинди. Так принято здороваться. И вот, в общем, они поздоровались, потом начали спорить, чтобы образованный человек могли бы деньги зарабатывать. А людей занимаете в сборе пожертвований, по подаянию, что такое. Могли бы ваших учеников занять какой-то работой полезной, вместо того, чтобы подаяние просить. И вот Шрила Прабхупад, он объяснил, почему. Это сбор подаяний более благоприятен. Вот тут человек не был готов слушать, только возмущался. Шрила Прабхупад два часа с ним так потерял времени. Пытался ему что-то объяснить, но тот не был готов слушать, и в итоге ушел. Шрила Прабхупад устал от него и думал, что потратил несколько часов времени ради этого человека, не смог ничего сделать. Чувствовал боль в сердце, и тем временем Госвами Махарадж пришел поклониться Шриле Прабхупаде, спросил, что случилось.
Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем рассказал, что пришел тут один местный губернатор, начал спорить, пытался ему объяснить, возмущаться, что зачем я последователей своих занимаю в сборе подаяний, вместо того, чтобы их на работу устроить, этим самым врежу индийской экономики. И вот он обвинил меня во всех неудачах Индии. Вот Госвами Махарадж пошел сразу, уже ночь практически была. И вот, услышав это, он пошел к этому губернатору домой. Immediately he is taking one in a taxi and going to his house and going to, you know, ring bell. И вот он пришел к нему домой и позвонил. Спросили, кто пришел, сказал, что Бхакти Сианга Госвами, выходите. И вот. И вот тот открыл дверь, и Госвами Махарадж начал на английском говорить, что вы оскорбитель. Вы буквально сожгли свою удачу, встретились с великими бедами, что случилось, совершили оскорбление в адрес лотосных стоп. Шрилы Ачитава Великого Ачарьи, Шрилы Прабхупады. Он вечный Ачарья. Кто-то называет себя международным Ачарьей, но это маленький титул. И вот Госвами Махарадж сказал, что вы, если вы хотите какое-то благо в своей жизни, вы должны прийти извиниться. Вот он взял этого. И вот он взял этого. Взял этого губернатора, как собаку за шкирку, и повел его к Шриле Прабхупаде. Тот попросил прощения за свое грубое поведение. Шрила Прабхупад объяснил ему причину, по которой мы ведем такой образ, отреченный образ жизни. И этот человек дал пожертвование 500 рупий. В то время 500 рупий очень большие деньги были. And giving donation to Prabhupada. 500 rupees mean 50,000 that time. This way. Just now I started with the point, Balavan Indiyo, you know, I told you, no? Balavan Adaro Yasu Nasad Guru Padambuje, Srutai Rapi Tasya Sastrai Krishne Bhakti Najayate. Tremendous love, loveful attachment with Gurudev. Impossible. Он имел огромную любовь к Гурудеву Шриле Прабхупаде. Он полностью посвятил ему свою жизнь. Даже с женой пришел в Чайтанья Матх, чтобы даже жену занять в служении Гуранге. Они готовы были совершать любое служение, и таким образом. Complete dedication is a matter of story. At present, complete dedication. Сейчас, к сожалению, такое полное посвящение себя — это мало кто может сделать так. You can make fool of people, but you cannot make fool of me. Можно дурачить каких-то обычных людей, но не Гурудева. Я примеры из шастры приведу. That you are inclined. But I can prove. If I cannot prove, I can leave everything. I can prove in front of public.
that you are not, you know, inclined at the lotus feet of Prabhupada. You wanted to seek your personal interest because you are failure in your material life. Некоторые люди, потерпев неудачу в материальной жизни, пытаются сделать что-то духовное, но там тоже у них ничего не получается. Шрила Госвами Махарадж, он был отправлен в западные страны для проповеди. And Prabhupada going to consult with Sadananda Prabhu. И Шрила Прабхупад он консультировался с Садананда Прабху. Which designation we should confer in a certificate for this, you know, preacher? The Prabhupada consulting with Sadananda Prabhu, so that people can understand the gravity of Gaudiya Math. Sadananda Prabhu, because that time phone facility or this was there, I don't know. И вот Сутананда Прабху. Not there, I think. Trunk call of this that I don't know. Sadananda Prabhu writing. То он написал. That Gaudiya missionary in charge. Gaudiya missionary in charge. You can give this title. This designation can give some impression to the heart of German people, что England, or European country. И титул ему нужно дать как глава Гауди миссии, глава проповеднической миссии Гауди миссии, мы отправляем его на Запад для того, чтобы он поведал сокровенную философию Шримана Махапрабху, и в процессе своей проповеди we are going to express gratitude. We are going to express extreme gratitude unto the lotus feet of Sadananda Prabhu. В процессе нашей проповеди мы выражаем величайшую благодарность Садананде с вами, поскольку он единственный, кто помогал Госвами Махараджу в его проповеди на Западе. Он был первый, кто отправился на Запад. И Сатананда всячески помогал ему. И будьте осторожны, Госвами Махарадж. Это зовется Гуру Сева. Гуру Сева. Он не злоупотребляет ни копейки Гурудева. И Госвами Махарадж. Ни копейки, ни денег не взял с Гауди Матха для своей проповеди на Западе. Он сам организовал все деньги на все это. Насколько велик. Мы очень глупы. Мы говорим, кто-то говорит о себе как о главном севаке Гурудева. То есть некоторые люди заявляют о себе так, что они единственные, кто знает Гурудева. Acha, really? Then we have to throw all shastra into Ganga, because we learn from shastra from Guru Bhargava that Guru Vaishnava is self-effulgent. Guru Vaishnava is self-effulgent. Guru Vaishnava, они самосияющие. Indian number one, rascal. Какие-то люди, они под видом проповеди проповедуют о своей славе. This is present condition. И, к сожалению, сейчас такая ситуация преобладает, но Госвами Махарадж никогда не говорил так, он всегда целиком и полностью зависел от милости Шрилы Прабхупады. Кто я, чтобы проповедовать? Это по вашей милости все происходит. Вы проповедуете через меня. Я
просто сижу перед публикой, а вы говорите Харикатху внутри моего сердца. Это есть видение подлинного проповедника. Подлинный проповедник никогда не будет оскорблять чисто Гуру Вайшнавов. Подлинный проповедник никогда не выставляет себя как какого-то великого проповедника. Он проповедует, он знает, что он проповедует только по милости Гуру Вайшнавов. Таким образом совершалась проповедь Госвами Махараджа. Он проповедовал верхнему слою общества. Однажды пришел на встречу с этой английской королевой. Времени не было у королевы. В итоге выделили ему минут 15-20. И то во время обеда. Это королева ест свою еду, а Госвами Махарадж может сидеть с ней за столом и что-то и рассказать то, что хочет. И вот это и вот в процессе этого Госвами Махарадж говорил больше часа. Эта королева тоже забыла, что столько времени прошло, была очарована его словами. Однажды у него не было денег, у них у Садананды тоже денег не было. И вот так или иначе. Этот человек, который убирал уборщик, сказал, что пришел тут почтальон, что вшел в ваш почтовый ящик, положил, идите, посмотрите. И вот Госвами Махарадж пошел. Увидел, что ему кто-то чек на большую сумму отправил. Кто отправил? Сказали, что царь Бардамана отправил вам чек на ваше имя. Нужно было обналичить. Ну, надо было удостоверение личности какое-то и кого-то, кто мог бы подтвердить то, что он это он. Поскольку и проповедовал, ездил по разным местам, недолго везде жил, его особо нигде не знали, но по милости Шрилы Прабхупады. Вот он пошел в какой-то банк. И в то время, и вот он с утра пришел, около 10 утра, банк только открылся, встретился с этим менеджером банка, сказал, что приехал из Индии, что я глава проповеднической миссии Гауди Матха, и вот просьба, нужно чек обналичить. Сказал, как могу обналичить, но если кто-то за вас поручится, то кто знает вас, что скажет, что вы такой-то и такой-то, то могу обналичить. Кто скажет, что я тут везде живу в течение недели-двух, и кто ж меня тут может подтвердить. И тем временем Госвами Махарадж увидел на столе этого менеджера газета была. Вот он взял газету и показал, что это как раз по него статья была на главной странице. И вот сказал. И вот там на газете была как фотография, что он здоровается за руку с каким-то большим начальником. Спросил, кто он. Знает ли этот? Ну, сказал, что вот в газете про меня написано.
тот посмотрел, да, не действительно вы. Эго Самаха сказал, ну вот теперь вы меня знаете, можете за меня поручиться. Менеджер банка делать было нечего, я выдал ему, обналичил все деньги с чека. И вот Госвами Махарадж, он сердце и душа Мадхав Госвами Махараджа, он сердце и душа Гауди Матха. Он проповедовал Гауди Даршан. И однажды какие-то местные люди в Англии, дело было. Так много людей пришли, говорите такие прекрасные лекции, говорите про какого-то Бхагавана, какого-то Бога, можете показать вашего Бога Кришну. И Госвами Махарадж сказал, могу показать, приходите завтра с утра. Вот люди просили Бога показать, они никогда его не видели. Госвами Махарадж пообещал с утра показать. И вот Госвами Махарадж потом ходил по местному парку и думал, что же делать. И вот он ходил по парку, думал, что пообещал показать им Бога, где еще взять. И вот он чистил зубы, ходил по парку и внезапно обнаружил, что в кустах какой-то мурти. Подошел ближе и увидел, что прекрасное божество там с Шанкой, Чакрой, Гадой, Падмой. И вот он увидел, что Бхагаван явился там. Прекрасные божества с палицей, диском, лотосом и булавой. И Госвами Махарадж поклонился, поднял руки. Взял его, поднял его с этих кустов. И есть изображение Госвами Махараджа с этими божествами, когда он вернулся назад. Это Адхокшаджа Виграха. Он держал его в руках. Потом с самолетом спускался. And reported that picture. That picture I saw in Gaudiya. Я видел в Гаудии фотографию Госвами Махарадж, как он сходил с трапа самолета, держа Адхокшаджа Виграху. Шрила Прабхупада был очень доволен им, очень счастлив. Хотел обнять Госвами Махараджа. Не должны критиковать Гуру Вайшнавов, иначе Бхагаван он не простит нас никогда. Даже Бхагаван не может отплатить преданным, таким чистым преданным за их преданность. И после этого, когда потом Адхокшаджа Виграха была в Бхагвазаре, в Гауди миссии, потом я слышал, в Йогапитхе она переместилась, потом в Асам, в Сарвога, еще где-то, не знаю, где она сейчас. Such a great guru shevak, unparalleled, unbeaten, cannot speak. И вот такой великий преданный, великий гуру шевак, его слова на бесподобно Госвами Махарадж мог. Госвами Махарадж could arrange in the name of foreign preaching,
Goswami Maharaj could easily collect all everything. Name, fame, position, money, disciples, проповеди на Западе, он мог принимать кучу учеников, собирать деньги и прочее, но нет, он все делал ради Шрилы Прабхупады. Говорил о нем, а не о себе. В 1926 году. Он принял прибежище у Шрилы Прабхупады, а Шрила Прабхупада ушел в 1936 или 1937 году, в зависимости от того, по какому календарю считать. Вот Шрила Прабхупада оставил тело в 1937 году. Это по английскому календарю, если по бенгальскому в 1936 году, поскольку он оставил тело 31-го. В общем, с ночи с 31 января на 1 с 31 декабря на 1 января. То есть в начале года как раз составил тело. In the meantime, Goswami Maharaj was, you know, was really и вот после того, как Шрила Прабхупада оставил свое тело, Госвами Махарадж, видя ситуацию в Гауди Миссии, он был опечален. В итоге Госвами Махарадж решил заняться уединенным баджаном. Но Мадхав Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж, они сказали ему, что вы великий проповедник, вы можете открыть храм в Майпуре, поскольку не было там. Так Мадхав Госвами Махарадж открыл. Потом Гуру Махарадж тоже, но в конце, после всех открыл 1992 году. И вот они все довели на Госвами Махараджа, чтобы тот открыл мат. И Госвами Махарадж сказал, что вы все просите меня открыть храм. Я небольшой открою, но Мадхав Махарадж сказал, что нет, нужно большой открыть. Мы получим землю для вас. И вот Госвами Махарадж открыл. Он купил, помогли ему получить землю, где Нанда Ачарья Бхаван, место встречи Нитьянанды и Гауранги. И вот Махарадж не хотел открывать храм, не хотел принимать учеников, но по милости Шрилы Прабхупады это произошло. И его братья Боги, Шридхар Махарадж и Шрила Мадхава Госвами Махарадж, они настаивали на этом. Госвами Махарадж был очень отречен. Что сказать еще? Он хотел
построить в Нандагауне небольшое бхаджан-кутир для себя. И я когда совершал чурасикош парикрама, всегда я ходил, я посещал это место, собирал матхупари, там было большое дерево нима. И там была пещера около этого дерева нима, и там Госвами Махарадж сидел и повторял Харинам. Может, это дерево нима. Оно очень старое. Это на самом дереве пещера. И Госвами Махарадж постелил асану, сидел и повторил Харинам, созерцал Лилы Кришны. Я много раз посещал это место, но я удивлялся. Потом, однажды я видел, что какие-то люди-разбойники хотят срубить это дерево. Я возмущаться начал, что там вместо Баджана Махараджа мы должны выражать почтение. Они жаловались, что места мало, дерево им мешает. Но в итоге это дерево срубили. Хотя дерево очень старое было, большое. Но во Вриндаване Шрила Прабхупад, он говорил, что не должны рубить никакие деревья во Вриндаване, поскольку в этих деревьях часто муни-риши, они рождаются в форме деревьев в святых местах, как Вриндаван. И вот в Удавкунде Удав Махарадж находится в форме деревьев и кустарников. В шастрах говорится, что Удав находится в форме этих деревьев, кустов и травы, даже травы. И в шастрах есть какой-то случай, когда Удав явился из кустарника и начал прославлять Бхагавана. И поэтому мы не должны рубить никакие деревья в святой даме. Это очень плохо. Можно наблюдать, что не каждый может следовать стопам Гуру Варги. Пытаются как-то прославить себя, и поэтому наш Шринивасачарья, он сказал, до тех пор, пока вы не разобьете огромную любовь, огромное влечение к лотосным стопам Гурудевы, до тех пор вы не сможете понять шастры. Может, вы запомните, но каплю милости получить не каждый может. До тех пор, пока вы не разовьете огромную любовь к Гуру Падпадме, вы не сможете обрести возможность понять шастры. That doesn't mean
Какие-то пандиты могут запомнить шастру, но это не значит, что они самосознавшие себя души. Говоря искренне, самосознавшую себя душу — это большая, огромная редкость. И если у нас есть достаточно сукрити, великой удачи, то мы сможем встретить подлинного саду, который покажет путь нашей Гурварги. Если я хочу, если мы пишем какую-то ересь про Гурваргу, чтобы обманывать людей, то люди обманываются, не каждый может понять. И до сегодняшнего момента и вот можно раз говорит о том, что главный признак успешного проповедника — это то, сколько он проповедует. Сколько он проповедует о славе своего Гурудева, о славе Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Иногда можно видеть, как эти проповедники говорят только о себе. You see thousands of people running there, whereas I avoid going to Puri. Why? Because when Bharati Maharaj was there, почему не ездит в Пури, когда Бхарати Махарадж был там? Я тоже ездил, говорил Харикатху сейчас. Now you go and check up the situation. Не чувствую вдохновения. Like crazy man. So I don't think. Whereas no Harikatha, where I can go. In the name of Harikatha, иногда под именем Харикатхи происходит что-то другое. Я такие места не посещаю.